В рамках Всемирной спартакиады по летним видам спорта здесь, в Одинцовском волейбольном центре, проходит турнир, в котором участвуют команды со всей России. Сейчас играют команды Югра и Белгородская область. Игра состояла из 4 сетов. В первом преимущество за Югрой со счетом 25-22. Остальные 3 с небольшим отрывом, но в пользу Белгородской области. Всего в турнире участвовали 8 команд. Финальная игра состоялась в воскресенье. В матче за 3-е место сражались Москва и Белгородская область. Столичным волейболистам досталась бронза. За 2-е и 1-е место боролись сборные Республики Татарстан и Санкт-Петербурга. Со счетом 3-0 Татарстан одержал победу и стал обладателем золотой медали спартакиады. Ольга Дмитриева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».